Лев, Борчуной и Алпумыш. Именно эти сказочные персонажи стали основными задействованными лицами в энерджайзерах для молодых интернет-журналистов. Подобные интерактивные игры проводятся во всех направлениях летнего учебного лагеря «Киляджак ОВОЗЭ». Истат Хайрулаева впервые в этом лагере и является самой юной из всех интернет-журналистов. И первые дни уже оставили немало впечатлений. Семена тренинги начали совсем недавно, но мы все уже подружились. Мне тут нравится, и от этого лагеря я хочу получить еще больше знаний по своему направлению и обрести еще больше друзей. Все игры, которые проводятся на семинарах, проводятся не в стандартной лекционной форме, а разбавляются ролевыми интеллектуальными играми, которые разработаны ведущими специалистами специально для летнего учебного лагеря. Именно в одну из таких играли 36 участников отряда печатной журналистики, которые были разделены на 4 команды. Проходит вторая часть тренинга. Первая – это была теория, а сейчас практика. Мы разделились на 4 команды. И главной целью вот с этой второй части тренинга является эта работа в команде. В течение 15 дней хочу научиться всем тонкостям печатной журналистики. Поэтому вам надо каждый камень фиксировать обязательно. То есть обязательно. Все энерджайзеры, проводимые во время тренингов, направлены не только на достижение своей цели и улучшение навыков, но и на тимбилдинг, то есть на работу в команде. К примеру, молодые тренеры были разделены на 2 команды, и каждая должна была прийти к финишу первой. Но и здесь были свои сложности. Если один участник ошибается, то вся команда отправляется на исходную. Сейчас у нас как раз тренер проходит. Нам нужно перейти берег, всегда недалеко. У нас около 40 человек. Уже практически всех по именам знаем, по качествам знаем. Вот сейчас пытаемся дружно, командно перейти этот берег. Одним из ведущих направлений лагеря является тележурналистика, где начинающих журналистов обучают всем тонкостям данной профессии. Юлдуз Каракулова хочет в будущем стать хорошим журналистом. Именно поэтому 3 месяца назад приняла участие в кастинге, который проходил в рамках акции «Мы – одна команда». И на данном семинаре она пытается получить как можно больше новой и полезной информации. Недавно мы приехали в этот лагерь, Киляджак ОВОЗЭ. Здесь очень отличная команда, отличные педагоги. У нас сейчас проводятся тренинги, здесь у нас обучают техники журналистики. И очень интересно, потому что тренера не просто так, не нудно, но как-то по-особенному, оригинально это все делают. И много молодежи, отличных ребят, с которыми мы уже подружились немного. Хотелось бы получить вот эти знания, которые дают нам безвозмездно, даром, те специалисты, которые вот работают в этой сфере. По сравнению с прошлым годом количество участников возросло. В прошлом году участниками лагеря были 600 человек, а в этом году обучение во многих направлениях получат 700 человек со всей республики.